По имеющимся данным, заявителю позвонили якобы из государственной организации и сообщили, что ему полагается денежная выплата. Для ее получения звонивший попросил мужчину назвать код из СМС. После этого гражданину стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили потерпевшего, что денежные средства с его банковских счетов использованы для финансирования противоправной деятельности. Чтобы избежать за это уголовной ответственности, было необходимо передать сбережения курьеру. Действуя по инструкции аферистов, 61-летний москвич на Саянской улице отдал более 1 800 000 рублей приехавшей женщине. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Ивановская на открытом шоссе задержали подозреваемую, 25-летнюю, ранее судимую жительницу Краснодарского края. Следователем отдела МВД России по району Ивановская возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.